Петербуржцы и гости нашего города, любители спорта, рады приветствовать вас в Академии волейбола Платонова, на стыках чемпионата страны по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Сегодня со Славопольской командой «Динамо» Ленинградская область в первом домашнем туре чемпионата России 2017 года принимает гостей из Новосибирска команду «Локомотив». Послушайте составы играющих сегодня команд. Команды гостей. Локомотив, город Новосибирск. Главный тренер команды Владимир Константинов. Старший тренер Александр Пироли. Тренер, заслуженный мастер спорта Евгений Мичко. Игроки команды. Номер 1 Эрик Шоджин. Второй номер капитан команды Лукаш Дивиш. Номер 3 Максим Белоборцев. Четвертый номер Евгений Иванов. Номер 5 мастер спорта Вячеслав Тарасов. Шестой номер мастер спорта Николай Павлов. Номер 7 Калика Шоджи. Восьмой номер мастер спорта международного класса Сергей Савин. Номер 9 Станислав Еремин. Десятый номер мастер спорта Сергей Червяков. Номер 13 мастер спорта Алексей Самойленко. 17 номер мастер спорта международного класса Валентин Голубев. Номер 18 Иван Лукьяненко. И номер 20 мастер спорта международного класса Ильяс Куркаев. Динамо Ленинградская область, город Сосновый Бор. Главный тренер команды мастер спорта Олег Согрин. Старший тренер, заслуженный мастер спорта Олег Шатунов. Игроки команды. Номер 1 мастер спорта Владимир Хильченко. Второй номер мастер спорта Артем Зеленков. Номер 3 Игорь Тисевич. Четвертый номер Семен Кривиченко. Номер 5 Виталий Парковенко. Седьмой номер Александр Ковалев. Номер 9 Игорь Тюрин. Десятый номер Александр Ткачев. Номер 13 Максим Курин. 14 номер капитан команды Антон Бочин. Номер 15 мастер спорта международного класса Алексей Глушников. И номер 20 мастер спорта Максим Морозов. Помимо нашего сегодняшнего матча в других городах России также проходят игры второго тура. В Краснодаре местная «Динамо» встречается с командой «Нефтяник» из Оренбурга. В Новокуйбышевске местная «Нова» принимает гостей из Сургута команды «Газпром» «Югра». В Уфе на площадку выйдет команды «Урал» и «Зенит» «Казань». В Новом Кулинбое встретится местный «Факел» и команда «Белогорье». Кемерово местный «Кустар» отразится на площадке против московского «Динамо». И, наконец, Красноярский местный «Енисей» принимает нижневартовскую команду «Югра» «Самоклон». 27 сентября состоялись матчи первого тура, и они принесли следующие результаты. «Динамо» Ленинградская область переиграла в пятипарте в Красноярский «Енисей». Таким же счетом победу одержала команда «Урал» над новым «Ленинградским факелом». Со счетом 3-0 закончился матч между командами «Югра» «Самоклон» и «Газпром» «Югра». Местный «Нефтяник» проиграл Новосибирскому «Локомотиву» в 4 партиях. «Нова» «Белогорье» 3-2, «Зенит» «Динамо» «Москва» 3-0 и «Динамо» «Краснодар»
Чемпионат России по волейболу среди мужских команд Суперлиги на площадке команды «Локомотив» Новосибирск, Динамо Ленинградская область, город Сосновый Бор. Дамы и господа, государственный гимн Российской Федерации. Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вот и настал этот прекрасный вечер. Большой волейбол возвращается в Санкт-Петербург. Первый домашний матч чемпионата мужской российской суперлиги на площадке Академии волейбола Вячеслава Платонова проводится Сновоборская «Динамо» Ленинградская область. Наш сегодняшний соперник, а это второй тур суперлиги, новосибирский «Локомотив». Команда заслуженная, команда опытная, команда статусная. Обе команды уже сыграли по матчу, был сыгран первый тур. И новосибирский «Локомотив», и сосновоборская «Динамо» свои матчи выиграли. Причем обе игры игрались на выезде. «Локомотив» обыграл оренбургский «Нефтяник», а сосновоборская «Динамо» на выезде оказалась сильнее красноярского «Енисея». Нам представляют сегодняшних судей. Это Михаил Разумовский и Сергей Кудряшов. Оба представители нашей столицы, город Москва. Сейчас начнется объявление стартовых составов команд, и мы с вами увидим, кого главные тренеры предпочли выставить, боевой ли будет состав. Возможно, будут какие-то сюрпризы. Все очень интересно, все только начинается. И, разумеется, для зрителей сегодня будет обязательное зрелище. Начинаем с состава гостей. Это такое правило негласное волейбольное, а может быть и гласное. На площадку приглашаются стартовые составы команд. Команда гостей «Локомотив», город Новосибирск. Номер 2, капитан команды Лукаш Дивиш. Второй номер, доигровщик, капитан команды Лукаш Дивиш. Шестой номер, диагональный, Николай Павлов. Восьмой номер, доигровщик, Сергей Савин. Тринадцатый номер, блокирующий, Алексей Самойленко. Восемнадцатый номер, Иван Лукьяненко. Двадцатый номер, блокирующий, Илья Скуркаев. Первый номер, либеро, Эрик Шоджи. Семнадцатый номер, либеро, Валентин Голубев. Не сказала я, 18 номер, Иван Лукьяненко, он связующий. Кстати, 96-го года рождения, парню 19-20 лет всего лишь. А теперь состав нашей команды. Посмотрим, кого же выставил Олег Владимирович Согрин. Первый номер блокирующий, Владимир Хильченко. Третий номер, связующий, Игорь Сисевич. Девятый номер, диагональный, Игорь Тюрин. Десятый номер, блокирующий, Александр Ткачев. Тринадцатый номер, доигровщик, Максим Курин. И четырнадцатый номер, капитан команды, Антон Ботин. А также два наших либера, Артем Зеленков, второй номер. И четвертый номер, Семен Кривиченко, почему-то не выходит. Видимо, сегодня он у нас будет выходить как полевой игрок. Что-то мне подсказывает. К сожалению, не получила я стартовой заявки, расстановки на игру, поэтому смотрю игру вместе с вами, не зная, что же задумал тренер. Вот. Главный тренер нашей команды Олег Владимирович Согрин.
Авцев. Ну что ж, практически заполнен у нас зал, совсем немного свободных мест, это очень радостно, которым в этом сезоне придется играть нашему клубу. Задавали различные вопросы, как забронировать места, как купить билеты, но вход на наши игры свободный, и в этом сезоне это не изменится. Опытному парню встать в состав, потому как получили травмы Александр Будько и Максим Шульгин, игравшие на тот момент на позиции связующих в «Локомотиве». И, вы знаете, прекрасно занял пустующую нишу Иван, и Будько не вернулся, как известно, после травмы в состав «Локомотива», а по ходу сезона перешел в «Казанский Зенит». А Максим Шульгин, он очень долго доказывал свою необходимость присутствия на площадке, потому что Лукьяненко активная. Алексей очень крепкий блокирующий, он очень много играет, очень много забивает. И, конечно, у этого парня весьма качественный блок. А на подаче Лукаш Дивиш. Но не попадает Лукаш, попадает он в аут. Я не буду больше произносить никаких слов на подачу наших волейболистов. Пусть они справляются сами. Ну что ж, у нас лидирует с небольшим преимуществом команда гостей. И вот Алексей Самойленко, кстати, отличается еще весьма неудобным таким планером. Но вот справились, у нас есть доигровка. А Игорь Тюрин, к сожалению, ошибается. Бьет он в аут по боковой линии. И уже 2 очка преимущества у подачу. Что еще можно сказать про соперников? Поговорим об этом после перерыва. Что-то очень важное сказал Олег Согрин в перерыве своим подачкому «Динамо». По-моему, сейчас в сетку попал Николай Павлов, но, тем не менее, не дает свисток судья. И Сергей Савин реализует доигровку. Ну вот Николай Павлов, что называется, сам подал, сам забил. Продолжает выполнять подачу. Этот уникальный 34-летний волейболист. Я сейчас боюсь ошибиться с его возрастом. Да, 34-летний, все правильно, я помню. Вот, а тем временем все-таки удалось сняться с его подач. А Николай Павлов – известный мастер выполнения этого элемента. Порой выигрывает целые партии. Но Максим Пурин тоже умеет и любит это делать. Справляется Лукаш Дивиш с подачей. А Савин попадает по рукам блокирующих. Судя по разочарованному лицу Игоря Тюрина, попал он именно по его рукам. И сам же Савин, Сергей Савин, воспитанник, к слову, Нижневартовской школы волейбола, будет выполнять очередную подачу «Локомотива». Одно очко осталось новосибирцам до второго технического. Но подождем пока со вторым техническим, потому что Ботин очень удачно действует в четвертой зоне. Добывает нам очко. И отправляем на подачу Александра Ткачева, нашего блокирующего. Сторожила нашей команды, к слову сказать. Не попадает. Не попадает планером в площадку Александр. И второй технический тайм-аут при счете 14-16 не в нашу пользу. Давай, 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 давай
чуть-чуть подзадержались игроки Новосибирского клуба с возвращением на площадку. Но все в порядке, потихоньку подтягиваются они в игровую зону. В то время как наши парни уже стоят на изготовке, в своей расстановке. В прием встает Ботин, Пурин, Зеленков. Все на месте. И ошибается Илья Скуркаев. Вступает место на площадке Кибера. Эрик Шоджи у нас сегодня в составе. Эрик Шоджи – это один из братьев Шоджи, один из двух легионеров, которых подписал новосибирский «Локомотив». Как известно, в российской суперлиге есть лимит на легионеров. Только двух игроков заявки может иметь каждая команда, не граждан России. И вот новосибирский «Локомотив» выбрал братьев Шоджи. Эрик Шоджи – это лидер, первый номер. И Кавика Шоджи – он связующий. Его номер 7, сейчас он находится в запасе. И Эрик, и Кавика – бронзовые призеры Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в составе сборной США. Я думаю, что многие из вас помнят, что выиграли бронзу американцы в чудовищно напряженном, очень эмоциональном матче как раз со сборной России. Об этом вспоминать немного грустно, но почему бы и не вспомнить, если это было. Вела тогда сборная России со счетом 2-0 по партиям и, к сожалению, уступила три последующих сета и осталась на этой Олимпиаде без медалей. Увы. У нас тем временем Ботин выполняет эйс и сравнивает счет 17-17. Отлично. Чуть-чуть помогает сетка, скользнул мяч по рукам принимающего и аккуратно уместился, угнездился в площадку. 17-17. А вот сейчас совсем низенько полетела подача Антона и угодила в центр сетки. Ну что ж, все впереди. Посмотрите, концовка уже почти близка. Счет почти равный, можно даже сказать равный. Все готово для борьбы. Концовочная борьба – это то, что обожают болельщики. Это очень нервно для игроков. Посмотрим, чьи нервы окажутся сильнее, но нужно сначала дожить до этой равной концовки, пока мы только к ней приближаемся. На подаче Лукаш Дивиш, капитан новосибирского «Локомотива». Игрок, так сказать, прижившийся в Новосибирске. Насколько я знаю, он даже женат на жительнице Новосибирска. Прекрасная семья. И принял российское гражданство. Лукаш прекрасно говорит по-русски. Подходила к нему сегодня перед игрой напомнить о послематчевых комментариях. И на прекрасном русском Лукаш, разумеется, согласился. И мы потом вам обязательно расскажем все, о чем рассказал, расскажет нам Финиш. Пока у нас, опять же, равный счет. У нас на подаче появляется Алексей Плужников. Это наш универсальный игрок, который очень значительную часть своей карьеры провел как диагональный нападающий. В этом сезоне Алексей выступает на позиции блокирующего, и нужно отметить, необходимо даже отметить, что выступает он прекрасно. Как будто всегда там стоял в третьей зоне. Но вот у нас прекрасные центральные нападающие и у новосибирского «Локомотива», и сейчас мы это увидели. А Самойленко, сделав свое дело у сетки, отправляется подавать. Вот сейчас будет тот же самый коварный планер, которым он может измучить кого угодно. Тисевич выполняет передачу и просят какое-то нарушение. Игроки «Локомотива» говорят, что то ли он сетку задел, а судья говорит, что будет видеоповтор. Идем смотреть повтор. Что же было, что же было. Назначена судейская видеоконференция по просмотру игрового момента. Нет, считают, что были правы сосновоборцы. В этот момент Олег Согрин не упускает времени сказать что-то своему связующему Игорю Тисевичу. И, кстати, у нас случилось серьезное событие. Подъехал один из наших легионеров, которых мы так долго ждем и продолжаем ждать. А, кстати, судьи отдают очко. Видеоповтор сыграл за них. А была ошибка у Игоря Тюрина. И продолжает подавать Алексей Самойленко.
А счет тем временем уже 20-18 в пользу новосибирцев. Концовка близка. Пока что мы будем продолжать считать ее равной. Тем более, что Игорь Тюрин сейчас попадает. Так вот, я продолжу про наших легионеров. Вчера влился в состав наш блокирующий из Беларуси Максим Морозов. 20-й номер. Не знаю, увидим ли мы сегодня его в деле или нет. Действительно, парень приехал сутки назад. Но в разговоре со мной я спросила у него, готов ли он играть. В шутку спросила, готов ли он рвать соперников. Он сказал, что готов, а так как тренер решит. Вот. И у нас остался, так сказать, в виш-листе, в листе ожиданий наших эйс, кстати, у Тисевича. Эйс, это прекрасно, счет опять сравнивается. Опять упустил. В листе наших ожиданий остается связующий сборной Латвии Денис Петров. Мы очень долго его ждем и будем ждать, наверное, еще столько же, готовы подождать, но не настолько много остается времени, слава богу, вернется он к нам после 9 октября. Все дело в том, что сборная Латвии заняла второе место в своей отборочной группе к чемпионату. Таковые матчи со сборной Эстонии. И вот как только Денис и его сборная Латвии сыграют со сборной Эстонии, он сразу же приедет к нам. В игру. Тисевич сейчас подачи тайм-аут Пламена Константинова не сбивает, но умудряется оставить на чистой практически сетке Иван Лукьяненко Николая Павлова. Очень много оставили места ему свободного перед антенной. По линии, так сказать, видимо, было приказано закрывать ход. Была установка. А Николаю достаточно иногда и чуть-чуть раздвинуть на блоке рук. И уж в такой большой промежуток он, конечно же, попал. И счет снова сравнивается. 21-21. Сам же Николай выполняет подачу. Антон справляется с этой подачей, Ботин. И Тюрин отыгрывается от рук. Доигрываем. И Пурин из второй зоны. 22-21. Хороший был розыгрыш, как в исполнении новосибирской команды, так и в исполнении сосновоборцев, конечно же, тем более, что очко досталось именно динамовцам. Герой прошлого розыгрыша Пурин подает планер. Дивиш не справляется и, к сожалению, немножко опрометчивая передача, наверное, на Тюрина. Чуть-чуть не готов он был, слишком близко к сетке находился и не разобрался. В итоге блок в исполнении Локомотива. Сергей Савин будет выполнять подачу. А счет по-прежнему равный. 22-22. Вот сейчас не справляется уже Антон Ботин. И доигровка у новосибирцев. Скидывает. Посмотрите, почти подняли. Чуть-чуть не хватило ребятам. И выходит вперед гостевая команда на подаче Савина. Ботин пытается отдышаться, собраться. Наверняка вторая подача тоже полетит в него. Раз уж пытается нащупать Савин слабину, думая плюс еще и о будущих партиях. Нет, Артем Зеленков принимает. А, к сожалению, второй блок Игорю Тюрину и сетбол у новосибирского Локомотива. И вот, простите, оживились. Нужно поддержать команду и тайм-аут Олега Сугрина.
Возвращаемся мы в эфир. Закончился тайм-аут. Антон Ботин, к сожалению, повис на сетке, и партия заканчивается. 22-25, проигрываем мы первый сет на домашней площадке. Но все только начинается, немного отдохнем. Посмотрим, что будет дальше. Несколько слов о предстоящих матчах в Академии волейбола Платонова. Чемпионат России среди мужских команд высшей лиги Б, который выступает Санкт-Петербургский автомобилист, стартует 6 октября. Автомобилист принимает гостей из Владимира, волейбольный клуб Владимир. 6, 7 и 8 октября начало матчей в 16:30. В воскресенье 9 октября начало матча в 12:00. Среди женских команд Суперлиги также начинается чемпионат страны. Команда «Ленинградка» два первых матча проведет дома. 11 октября волейболисты «Ленинградки» встретятся с краснодарским «Динамо». Начало этого матча в 19:00. А 15 октября «Ленинградка» выйдет на площадку против команды «Динамо» из Казани. Волейболисты «Соснового Бора» «Динамо» свой следующий домашний матч проведут, на выезде в Новом Уренгое против местного «Факела» 3 октября. Ну а здесь, в стенах Академии волейбола Платонова, мы увидим наших волейболистов 17 октября в матче против московского «Динамо». Уважаемые болельщики, ждем вас в Академии волейбола Платонова на играх чемпионата страны по волейболу. И бодро вырываемся мы в эфир. У нас стартует вторая партия. Никаких замен на площадке пока что не видно. Посмотрим, что там будет с блокирующим. С блокирующими, точнее. Замены эти возможны ведь в любой команде. Пока что вижу Александра Ткачева. Вижу Ильяса Куркаева. Вижу Сергея Савина на подаче. Приступим. Дует на пальцы Сергей Савин. Видимо, это какой-то... какая-то примета перед игрой. Готовится он выполнить свою подачу и выполняет ее вал. Ну что ж. Да, нет замен у сосновоборского «Динамо». Владимир Кильченко на площадке. Продолжают, кстати, прибывать опоздавшие зрители на матч. Свободных мест практически не остается, но... пока я это говорила, Александр Ткачев тоже не попадает в площадку. Ну что ж, у кого у первого получится ввести мяч в игру? Ильяс Куркаев тоже выполняет планер. И не сумел выполнить передачу Игорь Тисевич. Посчитали ему это как... игру на чужой половине сетки. Сразу и без раздумий свистнул
Михаил Разумовский. Продолжает Илья Скуркаев. Вот сейчас более удобно принял Максим Курин. И Ботину удается атака из четвертой зоны. Игорь Цурин идет у нас подавать. Я вижу, у нас болельщики сейчас даже места на балкон, проходах на балкончике занимают. Зал Академии Платонова не очень большой, всего лишь 1500 зрителей. Места, вот, которые вы можете наблюдать в зоне подачи Новосибирского Локомотива, они отведены для пишущей прессы, которая не всегда работает с ноутбуками. Вот эти места пустуют, это не места для болельщиков. И а остальные-то заняты, и это, вы знаете, очень радостно. Остается только пожелать, чтобы эти болельщики смотрели на победы своей команды. Но пока что у нас только завязка второй партии, и счет равный 3-3. Иван Лукьяненко выполняет подачу. Справляется Максим Пурин с трудом, но справляется, а вот Игорь Цурин очень хорошо справляется с собственной атакой. Двойной блок прыгнул на Тюрина, но он нашел выход и еще и вдобавок очень точно попал под заднюю линию. Антон Ботин, наш капитан, пристреливается. Не попадает. Вот, к сожалению, из каких-то вот небольших таких выкладок аналитических, что могу сказать навскидку, очень много ошибаемся мы на подаче. Ну, к слову, это же относится и к Локомотиву, который тоже предостаточно ошибается при вводе мяча в игру, но при этом, если у Локомотива летит, то летит посильнее, что ли, поточнее. Ну, в общем-то, наверное, стоит признать, что пока немного, чуть-чуть принимающие испытывают затруднения, принимающие с новоборской команды. Лукаш Дивиш будет испытывать сейчас наших принимающих на прочность. Антон Ботин достаточно хорошо справился. Будем считать, что Пурин отыгрывался от рук, а не попал по блоку. Вот Николай Павлов в защите сыграл. И не смог Артем Зеленков. Мяч, выпущенный из руки рукой Лукаша Дивиша, остановить, оставить в игре. 4-6 проигрывает Динамо. А Дивиш у нас продолжает подавать. Вот захотел замудрить, так сказать, укоротить очень сильно. В итоге укоротил в сетку на стороне своей же команды. Ну, хоть так, не мытьем, так катанием снимает с новоборская «Динамо» Владимир Хильченко. Вот силовую Владимир Хильченко исполнил, но Николай Павлов опять нашел свободную зону, пробил по линии. Вот глядя на Николая, ни за что не скажешь, что человек почти два года травм, которые очень серьезно его подвели, скажем так, в последних двух сезонах и фактически не давали играть нашему опытному диагональному российскому. А сейчас у Николая все в порядке. Хотя на предсезонной пресс-конференции руководство «Локомотива» озвучило интересную мысль, которую я после тайм-аута вам расскажу. Спасибо.
подает после перерыва Алексей Самойленко. Справляется с Ботин с приемом. А Игорь Тюрин, к сожалению, попадает в трос. Это был не блок Сергея Савина, а мяч попал в трос. Теперь был полноценный блок, был приготовлен он для Александра Ткачева. Передача была низковатой и не справился с ней наш блокирующий. И сразу же после технического, спустя два розыгрыша, берет свой уже тренерский перерыв Олег Содрин. В составе Сосновоборского «Динамо» вместо Игоря Тюрина на площадке появляется его коллега по диагональной позиции Александр Ковалев, номер 7. Вот этот высокий блондин Александр Ковалев. Алексей Самойленко, кстати, тоже высокий блондин. Он будет выполнять свою очередную четвертую по счету подачу. Нет, третью, простите. Приписала лишнюю Алексею. Я думаю, что он не обидится, а ну, мы хотим быть точно. Подняли атаку Максима Тюрина. Ой, что-то случилось с Ильясом Туркаевым. Нет, слава, поднимается. Мы не желаем травм абсолютно никому. И нашим соперникам тоже, конечно же, относимся с абсолютным уважением. А очко достается Сосновоборской команде. Ошибся на сетке кто-то из игроков Локомотива. Хорошую подачу выполнил Тисевич, но Савин с ней прекрасно справился и сам же забил, буквально не обратив внимания на двойной блок, который был выставлен перед ним. Он принес очередное очко новосибирскому Локомотиву на подаче Николай Павлов, о котором я говорила уже очень много и, наверное, продолжу делать это. Прекрасный игрок, которым невозможно восхищаться в составе любой команды. Тем временем с подачи оперативно удалось сняться. И это хорошо. Вводить мяч в игру будет Максим Тюрин. Высоко подбрасывает. Но не попадает. Не попадает Максим в площадку. Есть такая фраза, что такое не везет и как с этим бороться. Ну, нам пока говорить об этом рано, только середина второй партии. Но можно сказать, что такое не летит и как с этим бороться. Наверное, есть смысл чуть-чуть успокоиться. Вот успокаиваться можно и через хорошие атаки. Как, например, сейчас прошла у Антона Ботина. Вот сейчас хороший планер удался, но Шоджи справляется с приемом, доводит практически на нос Лукьяненко, и тот выполняет, не задумываясь, быструю передачу. Блок не успевает. Очередное очко в пользу новосибирского Локомотива. Сейчас у нас мальчики вытирают мокрый пол, и игра продолжится подачами Куркаева, с которым, к счастью, все в порядке, он просто упал. Никаких повреждений. Не попадает Куркаев в площадку. Простите, попадает Куркаев в сетку. Посмотрим, что покажет на подаче свежевышедший на площадку Александр Ковалев.
Хорошо полетела, задела немножко сетку мяч. А Павлов не попал. Аут по боковой линии. Уверен судья. Не спорит Николай. Признает. Показывает, что это его ошибка. Но, тем не менее... Нет, посмотрите, не признает. Кто-то берет видеоповтор. Сейчас будем смотреть, попал ли мяч. Нет, отсюда показалось, если честно, что не попал. А что скажет более точная техника? Касание блока, может быть, смотрит. Нет, касание блока у нас не... Смотрим. Да, мяч в ауте. Касание блока у нас действительно не судится, что это я задумалась. Трудно возвращаться к российским делам после того, как все лето шли матчи сборных, где касание и на сетке, касание самой сетки можно было отсмотреть, поэтому чуть-чуть запутался наш комментатор. Прошу прощения. Тем временем Александр Ковалев вторую подачу выполнить не смог. Возможно, эта заминка ему немного помешала. 10-14 проигрывает сосновоборская «Динамо». А так как подачу выполнял «Локомотив», то счет, наверное, 14-10 надо называть. Вот. Подстраховал себя на блоке игрок, но партнер не помог чуть-чуть. И в итоге еще одно очко, которое можно было... Еще один розыгрыш, который можно было доигрывать, все равно достается нашим гостям из Новосибирска. И вот Иван Лукьяненко в ярких желтых ботинках, как пела Жанна Гузарова, выполнил подачу, но с нее снимается у нас наша команда. Антон Ботин. Красный пайп в исполнении Сергея Савина. Второй технический тайм-аут. 11-16 проигрывает сосновоборская «Динамо». Отдохнем полминутки. Завершился технический перерыв. Лукаш Дивеш, который уже за полтора сета успел многое натворить на своей подаче. Будем называть вещи своими именами. Сейчас Ботин справляется и сумел, находясь очень близко к Максиму Пурину, выдать ему достаточно удобную передачу. Практически точно в руку мяч вложил. Удобно подлетел Максим к этому мячу и обыграл двойной блок. Владимир Хильченко, наш блокирующий. Ну что, тоже на силовую. Чуть-чуть не попадает. Очень близко к линии, но все-таки за. Подстраховал Александр Ткачев отскок, а Пурину удается отыграться от блока. Там очень близко было на тоненького, но тем не менее втянулся весь в себя Максим Пурин, и мяч его не задел. И отскочил таки в аут, как ему было и нужно, и всей команде.
Динамо Элот. Чичевича проходит отличная силовая, но Дивиш хорошо доводит ее. Доигровка у нас. И посмотрите, все-таки очень долго боролись и удачно. Удачно это в пользу нашей команды, это очко. Отличная атака Александра Ковалева. Нужно почувствовать ему уверенность. Все-таки пока что мяч. А Игорь Тисевич продолжает. Сейчас продолжит подавать. Замена в «Локомотиве». Вместо Ильяса Куркаева занимает место на площадке в центре сетки Сергей Червяков. Вот не знаю, с чем связана эта замена. То ли с тем, что Пламена Константинова, наставника «Локомотива», не устраивает игра Ильяса в каких-то компонентах, то ли действительно есть эйс у Игоря Тисевича. Эйс! Посмотрите, 15-17, рабочий счет, рабочий, можно бороться, нужно бороться, все только впереди, все только начинается, расстраиваться нет смысла, а вот Пламен решает взять тайм-аут, 17-15. Продолжим первый после него. Подобная подача, но с трудом справились с ней принимающие «Локомотива». А Ковалев получает очередной мяч на атаку и реализует эту атаку. 16-17. Совсем немного осталось. Продолжает подавать Игорь Тисевич. Так и хочется сказать, вдохнуть, не дышать. А поэтому я, пожалуй, снова промолчу. Чуть-чуть вот лишнюю силу вложил Игорь в эту подачу, переборщил, так сказать, и улетел мяч в аут. Выполнять ввод мяча в игру будет Николай Павлов. Посмотрим, чем он ответит. Сетка, я думаю, сыграла в данном случае за нас. Отыгрался Александр Ковалев. Посмотрите, от тройного блока, как он прогнулся. Вот что-то не нравится снова судьям. Он говорит, что он не задевал сетку, он упал в столб. И судью убедило это. Он отдает мяч сосновоборской команде. Сейчас от блока отыгрывается Дивиш, примерно так же, как это было и в случае с Ковалевым. Правда, Дивишу не пришлось задевать столбы, удобно ему было. Он знал, как говорится, на что шел. Сергей Савин будет выполнять подачу. Ой, какая подача прошла, но справился с приемом у нас наш принимающий, отработали в защите. А вот сейчас Ковалев совершенно точно задел антенну. Она до сих пор немного трясется. Бежит линейный арбитр поправлять ее. И 17-20. 20-17 лидирует «Локомотив». Плюс 3 у него. Впереди концовка. Посмотрим, хватит ли у сосновоборского «Динамо» возможностей, сил и опыта какого-то, наверное, да, чтобы догнать в очередной раз. Не подает Сергей Савин, чуть-чуть помогает нашей команде. Спасибо ему большое. Что-то уронили с площадки, на площадке что-то отлепилось, упало. Помогает Сергей Савин площадку очистить от посторонних предметов. А у нас Ткачев на подаче. Вот у Эрика Шоджи сложный прием, но опять же, насколько идеально он справляется. Тисевич работает в защите, ну, кто-то же добежит до этого мяча. Ботин не рискует, но блок ему не выставляется. Тисевич снова, посмотрите, снова стоит на мяче, но руки не той стороной, что ли, подставил, не в ту сторону он их вытянул и отскочил мяч в зрителей. Очко достается
Новосибирскому «Локомотиву». 18-21. Все те же плюс 3 у гостей. Сергей Червяков. Мне кажется, он с площадки подавал, заступил. Могу ошибаться. Но в любом случае Антон Ботин с его подачи оперативно снимается. И Александр Ковалев будет вводить мяч в игру. То есть подавать. Вот сейчас за Антоном сидят игроки нашей молодежной команды, за Александром Ковалевым. Не подал Александр, к сожалению. Сидят игроки нашей молодежной команды. 4 дня в Санкт-Петербурге проходил тур, первый стартовый тур молодежной лиги, в которой молодежная команда «Динамо ЛО-2» дебютировала. И хочется отметить, что выиграли юные сосновоборцы 3 матча из 4, как сказал после последнего матча главный тренер молодежной команды Ярослав Васильев, готовности, подустали к 4-му дню. Но для 15-17-летних парней, наверное, это все-таки нормально, потому что играть 4 дня подряд действительно тяжело. Вот, а результат 3 из 4, согласитесь, для дебютанта, тем более для молодых парней, это прекрасный результат, с чем мы их поздравляем. Вот они сидят, пришли поболеть за старших товарищей. Тем временем Антон Ботин у нас не попал в площадку. Тайм-аут вперед Олег Владимирович Согрин. Лукаш Дивиш, планер. Хильченко, неудобная передача. Поднимают игроки «Локомотива». Поднимает и Пурин. Посмотрите, Зеленков перебрасывает мяч. Оживляется немного публика. Все-таки чуть-чуть камерная у нас обстановка в зале. Пока что, я не знаю, как это объяснить. Отвыкли от мужской суперлиги немножечко в Питере. Чуть-чуть спокойно. Спокойные такие зрители у нас, я думаю, что войдут во вкус, втянутся, и в последующих матчах гораздо веселее они будут реагировать. 20-24 тем временем, 4 сетбола у новосибирской команды. Алексей Плужников у нас выходит на площадку. А Дивиш продолжает подавать, и снова он укорачивает. Принимает Пурин, отыгрывается он же от рук. Отыгрывает 1 сетбол из 4. Остается у новосибирцев их еще 3. И Плужников идет выполнять подачу. Хорошая силовая, но без труда справляется либеро «Локомотива». Организуют они доигровку. Савин укладывает мяч точно в угол. 21-25. Вторая партия также остается за новосибирской командой, за гостями. Отдохнем немного, впереди третий сет. Не расстраивайтесь и не огорчайтесь. Все только начинается.
Возвращаемся мы вместе с командами на площадку. Остался в составе сосновоборской команды Алексей Плужников. И вернулся Игорь Тюрин. Смотрим, что с новосибирским «Локомотивом» у нас. Да, Сергей Червяков остается. Значит, Илья Скуркаев покинул площадку окончательно. И, наверное, пока что больше появляться не будет. Ну что ж, Сергей Савин с Лукашем Дивишем что-то живо обсуждают. Николай Павлов осматривает уголок, с которого ему начинать разбег при атаке с задней линии. Последнее приготовление к началу партии. Максим Пурин снова начинает с подачи у сосновоборской команды. И не справляется с приемом Лукаш Дивиш. Слушайте, ну хорошее же начало. Возможно, оно что-то означает. Особенно, если Максим продолжит в том же духе. Но для этого нужно, чтобы и Лукаш Дивиш продолжил в том же духе. А он игрок опытный, и вполне возможно, что больше таких конфузов себе не позволит. Ну, да, снова мяч летит в Дивиша, и снова очень сложно ему справляться. И блок, посмотрите, у Павлова нет других способов только перебрасывать мяч, и то он максимально пытается затруднить. А вот блок выстраивается против Игоря Тюрина, и уже конкретная доигровка у Лукаша Дивиша. Играет он пайп и не попадает по рукам блокирующих, и уж тем более не попадает в площадку. Можно я выдохну в эфире? 2-0 мы ведем. Мне даже как-то страшно это произносить. Максим Пурин будет выполнять сейчас третью подачу подряд, а я молчу. Перешел на планер, да, Максим Пурин. И посмотрите, блок Сергею Савину. Это Игорь Тюрин и Алексей Плужников. Из четвертой зоны, из коронки, так сказать, Сергея Савина. 3-0. Не дышим. Сменил зону, куда он подает Максим Пурин. Принимал Эрик Шоджи. И моментальный съем от новосибирцев. И сейчас у нас обиженный блоком Савин будет подавать. Посмотрим, что он исполнит на этот раз. Ох, как тяжело Ботину. Не сумел он обработать мяч. И отлетает он к рекламным щитам. Продолжает Сергей Савин. А вот сейчас он очень ослабил свою подачу. И моментально Локомотив получает в ответ первый темп исполнения Алексея Плужникова, который вдобавок еще и по расстановке отправляется подавать. Посмотрим, что он изобразит. Изобразить он может многое. Чаще всего он подает силовую подачу. Посмотрим. Да, снова силовая. Сетка чуть-чуть помогла. Вот снова Сергей Червяков. И попадает же в линию мяч. Мне кажется, была там немного боковая линия. Есть смысл, может быть, взять видеоповтор. Нет, не буду брать ничего такого. И Сергей Червяков будет выполнять подачу. А счет тем временем 4-3 в пользу сосновоборской команды. Сергей Червяков тоже у нас оперирует планирующей подачей. Сумели подстраховать атаку. Атаку сосновоборцев новосибирцы и доиграть ее. Счет сравнивается 4-4. Недолго лидировал сосновоборский клуб. К сожалению, наверное, для нас, для всех и, к счастью, для наших гостей. Продолжает Червяков исполнять свой планер. Не добивает до пола Игорь Тюрин. И блок не останавливает Павлова. Зато на пути встают защитники
нашей команды. И Антон Боцин отыгрывается от рук, зарабатывает 5-е очко для «Динамо ЛО». Тюрин отправляется подавать. Не получается у Тюрина сработать в защите, безупречный в атаке. В этом моменте игроки «Локомотива» показывают нам Сергея Савина крупным планом. Закрывает он глаза, возможно, обращается к кому-то внутри себя. Лукьяненко на подаче, и очень тяжело, но догоняет Артем Зеленков этот мяч. Героически буквально его спасает, перебрасывают его на сторону новосибирцев игроки «Динамо», но с ответной повторной атакой в исполнении Савина справиться, к сожалению, не удается. А момент, согласитесь, был очень красивый, он заслуживает того, чтобы быть показанным в повторе. Концовку. И Самойленко это будет. Боцин тяжело справляется с приемом, но справляется, получает мяч на атаку. От блока он мяч попадает в антенну, что его означает? Автоматическое очко в пользу нашей команды «Сосновоборск». И сам же Боцин. Боцин снова заставляет Дивиша трудиться в приеме. Без каких-либо проблем просовывает мяч под наш тройной блок. И, к сожалению, ни одному из трех наших блокирующих во второй зоне соперника не удается подстраховать друг друга. Зеленков справляется с приемом. Тисевич отдает передачу на пайп Антону Боцину. И игроки «Локомотива» вынуждены в этом розыгрыше подписать небольшой акт о капитуляции. А Хильченко идет подавать. Ваут, к сожалению, подача идет у Владимира Хильченко. Технический тайм-аут под номером 1 в третьей партии. 7-8. Сосновоборская «Динамо» чуть-чуть уступает. Получив ценные указания от своих тренеров, наставников, пообщавшись немного друг с другом, команды возвращаются на площадку, возвращаются в игру. Алексей Самойленко выполняет подачу, а Игорь Тюрин выполняет атаку и справляется с ним. Динамовские болельщики затянули свои кричалки. Сейчас это точно не помешает. Игорю Тисевичу выполнить прекрасную подачу это не помешало абсолютно 100%. Но Николай Павлов не обращает особенного внимания на то, что происходит за пределами игровой площадки. Он сосредоточен, он сконцентрирован исключительно на игре. И его атаки по-прежнему не берутся. Подает Николай Павлов. Снова не может обработать, захватить мяч на своей стороне
50 Игорь Тисевич, и очко достается Локомотиву. 10-8 уже идет новосибирская команда. Продолжает подавать Павлов. Зеленков справляется. Курин из второй зоны атакует, доигрывает и разыгрывает это Локомотив. И блок Игоря Курина в четвертой зоне приносит очередное очко нашим гостям. 11-8. Тайм-аут Олега Согрина в счете 8-11 в пользу новосибирского Локомотива. Отличная атака, мощнейшая по рукам Максима Курина, приносит нам очко. И наконец-то мы снимаемся с неудобных подач. Требуется время здесь Курину, чтобы завязать кроссовки, поправить свою спортивную амуницию. Ну, он укладывается в отведенные для этого, для подготовки к подаче секунды. Уже готов, стоит на сетке, выставил руки на блок. Так, блок пригодился. И, наконец-то, и Лукьяненко играет не на своей стороне сетки. Очко достается сосновоборцам. Вот так по зернышку, по крупиночке. А счет уже 10-11. И от преимущества новосибирской команды не остается практически ничего. Максим Курин и его планер. Сложено Лукашу Дивишу, но он хорошую доводку. Посмотрите, почти догнал Артем Зеленков этот мяч. Тисевич... мяч-то взял в защите, но очень быстро он отлетел от его рук. И, ну, так бывает, Зеленков не настолько быстро бегает, насколько быстро летит мяч, отскочивший от рук защищающегося игрока. А Сергей Савин не попадает в площадку. Спасибо ему большое за это от сосновоборских игроков и болельщиков. Динамовские фанаты затягивают свои песни чуть-чуть погромче, понимая, что это нужно именно в такие моменты. Догонять всегда лучше громко. Алексей Плужников отличную подачу выполняет. Николай Павлов выполняет отличную атаку. Тисевич на этот раз в защите четко подставляет руки. Мяч летел не сильно, но у Ботина не получается добить до пола, зато это получается у Лукаша Дивиша. Очень четкая была атака. Ну что ж, друзья, прекрасный был розыгрыш. Мяч долго держал. Про третью партию. Здесь все-таки побольше эмоций. И радостно, что включились наконец-то сосновоборцы. Задвигались как-то именно вот в плане моральном. Нужно чуть-чуть добавить огоньку, что ли. И все будет получаться уже совсем, наверное, по-другому. Третья партия всегда вообще особенно, наверное, да, в волейболе. Именно потому, что если две партии выигрывает одна команда, то в третьей, как считают специалисты, неизбежно некоторое расслабление. И вот здесь-то появляются шансы у команды проигрывающей. Очень хочется верить, что эти шансы есть у сосновоборского «Динамо». Во всяком случае, бороться они не прекращают. А другое дело, как на это смотрит «Локомотив», который, разумеется, в этом матче выступает с позиции лидера, с позиции силы. Хорошо сейчас подстрахует Курин сам себя, а вот Ботина
не подстраховал никто, а сам себя он после такой сильной, мощной атаки подстраховать не мог просто физически. И угодил он в блок, и снова те же самые 3 очка преимущества у Локомотива, который вот-вот только-только практически отыграла Динамо ЛО. Ну, сейчас Тюрину удается хорошая атака. Вот это так вот на ножах двигаются парни, стараются, шустрят. Антон Ботин, наш капитан, выполняет подачу силовую. Полетела. Шоджи даже пришлось упасть. Вот сейчас у Самойленко, посмотрите, вот никто не ожидал, что он будет практически находясь спиной к сетке. Это был трос, это был не блок, после которого можно продолжать розыгрыш. Это была именно атака в трос в исполнении Максима Курина. И второй технический тайм-аут при счете 13-16 лидирует нам себе в Локомотив. Пожалуй, решающий отрезок для команды из Ленинградской области в этом матче. Есть шансы бороться, есть возможности бороться. Лукаш Дивиш укорачивает свой планер, справляется. Максим Пурин был готов к этому моменту. Просит Игорь Тюрин касание блока. Он уверен, что оно было, но судья считает по-другому. Видеоповторами это не отсматривается. И считают, что очко должно победить Локомотиву. Да. Что-то там объясняет Сергей Савин Пламену Константинову. Игорь Тюрин разочарованно качает головой, считает он, что кто-то из соперников нечестно поступил. И получает за это Лукаш Дивиш достаточно сильной и мощной атакой. Он поднимает руку, Игорь извиняется. Наверняка это не со зла, просто очень большую силу вложил в эту атаку диагональных новоборцев. Ну вот атака мощная, так сказать, от души в исполнении Алексея Самойленко. Первый темп у Пьяненко задействован достаточно хорошо. Прошивает, но успевает касаться сетки до того момента, как мяч вышел из игры. И судья отдает и это очко новосибирцам. Оставим это на усмотрение арбитров. А Самойленко продолжает вводить мяч в игру. Сейчас был очень сложный прием. Вставать пришлось Игорю Тюрину. Максимально далеко закинул мяч Курин в имитации своей атаки. Но новосибирцы доиграли. Савин точен в завершении атаки. 20-14 уже лидирует новосибирская команда. Продолжает подавать Самойленко. Так вот, я бы не сказала по первым двум партиям, что очень он много подавал. Но вот сейчас достаточно давно стоит на подаче. Второй тайм-аут Олега Согрина. Yeah!
перерыва на подаче. В аут улетел мяч. У нас Игорь Тисевич, пожалуй, самый стабильный подающий нашей команды сегодня. Вот сейчас это, по-моему, третий или четвертый эйс в его исполнении. 16-20 на табло. Ничего не потеряно. Битва в волейболе, как всем известно, идет до 25 очков, а иногда еще дальше. Вот сейчас у Дивиша ему было сложно, но он сумел справиться. И Павлов отыгрывается от рук невысокого Максима Пурина. А Босин высказывает какие-то претензии к сопернику. Он говорит, что соперник неправильно себя повели сейчас на сетке. Но ушел немного разочарован. Видимо, судья не внял увещеванием нашего капитана. И Николай Павлов выполняет очередную свою подачу и не попадает в площадку. 17-21. Минус 4 у сосновоборской команды на финише этой партии. Пока мы будем уверены в нашей партии. Потому что будем верить в продолжение борьбы. И Максим Пурин вновь перешел на силовую. И он же в защите срабатывает. Антон Ботин. И что не так? И снова очко Локомотиву. Кто-то заступил из сосновоборской команды за среднюю линию. Заступил на нее, судя по всему, пяткой. Хотелось бы посмотреть, наверное, повтор. Но пока не дают. Сергей Савин уже практически готов выполнить свою подачу. Выполняет он ее в сетку. Счет 18-22. Алексей Плужников. Тоже силовая. Но шот же он принимает практически все. Не успел Владимир Хильченко пристроиться к закрывающему линию Антону Ботину, и в итоге отыгрывается от рук именно Владимира в далекий аут противоположной стороны площадки. Николай Павлов, Сергей Червяков. Близкая передача Тисевича Тюрину закончилась неудачей, к сожалению, для диагонального Динамо Ло. И 6 сетболов у матчболов, простите, у новосибирского Локомотива. Сергей Червяков будет вводить мяч в игру, уже ввел. И один из них отыгрывает Игорь Тюрин. 19-24. Сам же отправляется подавать. К сожалению, аут. В аут отправляет мяч Игорь Тюрин. Заканчивается третья партия со счетом 19-25. Проигрывает сосновоборская Динамо ЛО матч новосибирскому Локомотиву со счетом 0-3. Матч второго тура завершен. Потерпела в Суперлиге Динамо первое поражение. Локомотив одерживает вторую победу подряд. Поздравляем нашего соперника. Желаем удачи нашим парням в дальнейшем. Следующий домашний матч проведет сосновоборская команда 17 октября. В гости к нам приедет московская «Динамо». Мы приглашаем всех в Академию Платонова на волейбол. Спасибо всем, кто слушал эту трансляцию. С вами этот вечер провела я, Ольга Бученкова. Благодарю за помощь в организации трансляции телекомпанию ТСМ и режиссеров трансляции Валентина Шильникова и Дмитрия Поважного. Всем спасибо, всем пока. Любите волейбол, смотрите волейбол, ходите на волейбол.